за свою речь и не сказать ничего лишнего. Так же было и, как ты говоришь, с поисками предков. Все время что-то мешало. Почему ты не предпринимала никаких усилий для того, чтобы найти следы предков? Ну вот сначала была буржуазная Латвия, и никто ничего не мог найти. Потом 37-й год, потом война, потом после войны. Ты прямо вот была в этой самой буржуазной Латвии? Я про тебя спрашиваю. Я не была, я, конечно, не была в буржуазной Латвии, это по рассказам бабушки. А потом все время получалось так, что какие-то были, ну, достаточно напряженные отношения с Латвией. И, ну, ты знаешь, я не могу даже сейчас объяснить. Меня именно подвигло то, что вот именно 14-й год, это как раз то самое время, когда мои предки, бабушка оказалась в Москве. Вот корни московские откуда пошли. 14-й год. И оттуда все и пошло раскручиваться. А знаешь, иногда даже просто в голову не приходило. Вот у меня лично, у меня. Мы же были, в каком году в Латвии приехали? В 70... каком? Давай прикинем, тебе было 12 лет. 77-й. Считай, да. Вот мы в 77-м году мы поехали с друзьями в Латвию. Да. Доехали до самой Дундыги. Доехали и пробыли там всего сутки, даже меньше. Мы переночевали там прямо напротив кладбища. Да. Где в сумерках пытались еще найти фамилию Гансман. Совершенно справедливо, да. Пытались найти, но ничего не нашли. Хотя по фотографиям, судя по фотографиям кладбища, было именно то самое. На старых фотографиях оно сохранилось, это кладбище. Ты говорила, что хутор, где жила бабушка, буквально там в километре от этого места. Ну, я так по рассказам ощущала. Но потом, когда мы попытались как-то связаться с хозяином дома, который нас приютил. Кажется, Рихард его звали. Нет. Да? Похоже на это. Вот. Он попытался пораспрашивать знакомых и никого не нашел. И сам он там недавно. Он там был всего несколько лет и работал в Газпромхозе. Вот, так что не удалось. И, одна моя подруга, латышка, она говорила, что вряд ли мы кого-то найдем, потому что там ситуация после войны была очень сложная. Бои были тяжелые во время войны, Дундокский котел, и часть населения ушло с немцами, часть просто погибла. Вот то, что я знала. Мам, постарайся не стучать рукой по столу. Нет, ты просто она пусть спокойно у тебя лежит. Это трудно. Ну вот, поэтому и только вот сейчас. Ну и, видимо, следов-то никаких не осталось, слишком уж. Много времени прошло, 100 лет. Ну вот смотри, вот мы утром проснулись, да, на сеновале. Или нет, мы спали в комнатах, вы спали на сеновале. У тебя не было желания вот встать и пройти этот километр до этого... Нет, потому что вот наш приятель как раз торопил нас, Виталий нас торопил, чтобы мы поскорее уехали. Ну, а может, плевать было на приятеля? Ну, может быть, плевать было, действительно, вот почему-то, ну, такая вот нерешительность вечная в характере. Почему эта нерешительность? Откуда она? Затюканность. Ну, это считай, что ты отмахнулась от меня. И даже не думала отмахиваться. Просто, что за затюканность? Что за затюканность? Что я тогда ощущала, потому что, ну, вот такая природная застенчивость, нерешительность, несамостоятельность, если хочешь. Вот такой. Хочу, интересно. А все-таки вот что какие мысли тебя останавливали, чтобы это. Была ведь у тебя такая мысль?
Была такая мысль. Ну, это же были выходные дни. Это были выходные дни, и все официальные учреждения были закрыты. Я тебе говорю совсем о другом. Не было ли у тебя желания утром встать и пройти вот этот самый километр? А ты куда? Же знала, в какую сторону идти? А ты сказала, что вот по этой дороге. Я так сказала, я уже не помню. Я помню. Ну вот хорошо, что ты помнишь, а я не помню. Что... Попробуй вспомнить. Не помню. Я помню, мы по какой-то дороге пошли к лесу. Немножко прошли. Потом вечером. Потом вернулись. Это я помню. Не помню я эту девчонку на коне, когда мы подъезжали. Эту красавицу, когда мы подъезжали в домике, увидели со стороны леса через поле или луг. Нам навстречу скакал конь с красавицей. На коне была красавица. Красивая девушка с длинными белыми волосами, которые развивались. Она двигалась к нам, потом повернула в сторону. Вот это я запомнила. А где же ты там? Ты знаешь, что мы потом, когда смотрели с латышами вот по картам эти места, да, вот то место, где мы подъезжали, это было как раз напротив Вецмызы. Ну, я вообще про Вецмызу ничего не знаю. Я знаю, что это называлось или Мызы, или Подмыза Альтгов, вот где жили. Это еще один адрес. Где жила семья моей бабушки. Это еще один адрес.